И задает эта девушка вопрос и спрашивает, каково отношение ислама к феминизму? Что ислам говорит о феминизме? Аллах Всевышний в Священном Коране говорит, бисмиллахи рахмин рахим, ар-риджалю кавабуна аля-ниса. Всевышний Аллах сделал мужчин покровителями, попечителями над женщинами. Что означает покровитель? Не просто муж, не просто отец ее детей, а защитник. Крепкая стена, крепкая скала, за которой она чувствует себя в безопасности. Это учитель и наставник, который сам идет по правильному пути и ведет свою супругу по этому правильному пути. Это тот, кто ее обеспечивает. Это тот, кто ее защищает, хранит ее честь и достоинство перед Аллахом, перед людьми, в любой ситуации. Тот, кто поддержит ее слабую, Аллах сотворил ее слабой. Физически, морально, психологически женщина слабее, чем мужчина. И Аллах рядом с ней дает ей крепкого мужчину, который должен быть опорой и поддержкой. Разве ислам не защищает права женщин? Разве есть что-то другое, что больше, чем религия ислам, защищает права женщин?